Всем привет, друзья! С вами Светлана, и сегодня у нас на продаже евро-двухкомнатная квартира. По факту однокомнатная, но за счет большой кухни можно сделать ее двухкомнатной планировки. Итак, здесь у нас ЖК «Молодежный», находится он на Парковой, все вы знаете. Дом с индивидуальным газовым отоплением, с газовыми плитами. Мы находимся на втором этаже, и у нас в коридоре получается вот такой вот счетчик стоит, разводка электричества. Здесь ванная комната 5 квадратов. Смотрите, идем. Конца и края нет. Она действительно очень глубокая и функциональная. Здесь уже, пожалуйста, трубы, разводка выполнена. Вентиляционный короб. В коридоре предусмотрена ниша для большой гардеробной зоны. То есть тут даже не шкаф-купе. Тут вообще можно гардеробную зону запросто сформировать под потолок. И получится отдельная гардеробная комната. Всего площадь коридора с учетом этой зоны и вот этой части 9 квадратных метров. Пройдемте на кухню. Кухня у нас огромная, 17,5 квадратных метров. То, о чем я и говорила, то есть здесь можно вообще зонирование провести и получится дополнительная жилая комната. Газовый котел установлен двухконтурный, единственное, что нужно будет врезку газа выполнить. Лоджия 3,3 квадратных метра. Такая вот небольшая, с другой стороны есть и хорошо. Вид у нас выходит на улицу Парковую, на эту сторону. Здесь будет тепло летом, но при этом не будет сильно жарко. Пройдемте дальше в жилую комнату. Это предчистовая отделка от застройщика. Жилая комната 16,5 квадратных метров. Тоже функциональная, не маленькая. В каждой комнате вы видели установлены радиаторы. Данная квартира продается за 2 миллиона 800 тысяч. Хорошее предложение, потому что такие же планировочки 49,5 квадратных метров в этом же доме с ремонтом стоят 4,5 миллиона. Это факт, посмотрите, проверьте. 2 800 – отличная цена, хорошая однокомнатная квартира с планировкой евро-двухкомнатной. Со стороны улицы ЖК «Молодежный». Здесь у нас 4 корпуса, 5 корпус и 6 корпус. Их всего 6 домиков таких вот. Зона парковки во дворе. Да, может быть, зелени маловато, но при этом хоть какая-то парковка, но есть. Видите, тут даже есть деревья. Я видела, поверьте, ЖК в Анапе, который даже без деревьев во дворе. То есть просто бетон. Это вот, например, ЖК «Радуга». Посмотрите, я вас не обманываю. Там действительно все просто в бетоне. Школа 4 на Парковой также находится. Вообще 150 метров от этого дома. И вот такая красивая детская площадочка. Вот такая вот здесь территория. Инфраструктура здесь, остановка рядом в 3 минутах ходьбы на Парковой. Пятерочка, Магнит, Магнит Косметик. Все здесь в шаговой доступности. Поэтому, в принципе, можно покупать хороший ЖК. Один из немногих, которые еще сдавались с индивидуальным газовым отоплением в центре Анапы. И свежий дом, и хороший. Понравилась квартира, обязательно звоните, пишите. С вами была Светлана. До новых встреч.